you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Стрелакс Ролиплей. Чуваки, просто мажорские будни продолжаются. Какой чувак приехал на Эксе. Мне подарили вот такой вот дом. Админы подарили мне вот такой вот дом. Кстати, я сам администратор. Давайте пропишем админс. И видите, я администратор 8 уровня. Кстати, промокод теперь работает. Вот, пишите промокод. Вот. Пишите вот такой промокод. Кирилл. И получается 500 кредитов. За 500 кредитов что вы можете сделать? Смотрите. У вас бонус 10 миллионов, кстати. Вы можете приобрести себе блат-номера на тачку. Сразу же можете купить тачку, поставить блат-номера. Можете купить себе випку. Повысить уровень, купить деньги. Можете 500 рублей привести в валюту. Как бы... И так далее. Третий слот для авто можете купить. Кстати, да, мне тоже надо, наверное, купить. У меня випка есть. Возможно, для вас актив... Ага, у меня VIP активировано. Давайте купим третье место. Еще так. Я купил. Так, подвести номер на авто. Но это мы уже потом сделаем, когда купим новую тачку. Что сегодня? Какие планы? Купить бизнес. Дом я уже оплатил. Давайте зайдем в дом. Просто дом шикарный. Так, открывать замок. Замок открываем. Он закрытый, это дом, это самый элитный дом, как на сервере, как так сказать, вон еще рядом такой самый стоит, как бы, поэтому я хз. Давайте посмотрим, что у нас по интерьеру. Ну, думаю, интерьер тут обычный. Туалет. Это что у нас тут? Гардероб. Потом комнатка вот такая вот. Кухонька. Так, у нас телевизор, компьютер, туалет, в принципе, ванная и все так далее. В принципе, обычный интерьер, ничего прям такого нет, но сам именно дом как выглядит, это очень круто. Смотрите, тренажеры есть, беседка, вот еще беседка, такой навесик, столики, мангальчики, все очень круто. У нас сейчас 8 человек, кстати, ссылки, IP там и так далее будут все в описании, можете приходить ко мне, не более от спавна недалеко, вот мой дом, он будет открытый всегда, можете в любое время ко мне заходить. Вот мой ГТР, блат номера поставил, мой любимый номер, 3В3 восьмерочки, просто я в тюнинг, кстати, нашел, видите, покрасил, нитро поставил, просто видите, сейчас, как он валить будет, ой, ладно, я все равно, я могу починиться спокойно, хорошо. Блин, просто как он валит, просто нитро врубайте, и все, пушка просто полетел. Вон спаун, кстати, ну, я на красный не буду ездить все равно. Вон спаун, вы можете оттуда, вон мой дом, прибегать просто ко мне, сидеть у меня, тусить и так далее. Я буду не против, в принципе, это будет наш дом, нашей банды, подписчиков, будет дом, можете спокойно там быть. И я не знаю, там можно заселять? Давайте сейчас посмотрю, если можно заселять. Я могу типа всех вас заселить. Сейчас посмотрим так. По командам, основные команды, управление домом. Обменять дом, использовать панель управления. Х-панель. Так. Что у нас Х-панель? Вы должны находиться в вашем доме. Но я потом посмотрю, можно ли кого-то селить себе, и обязательно кого-то из вас поселю. Мне нужен бизнес. Бизнес. Я не знаю, какой у меня бабки есть, в принципе. Но я не знаю, какой бизнес покупать. Серьезно, пока не знаю, какой бизнес буду брать. Бля, Гейтер прям машина мечты, чуваки. Серьезно, просто как она валит. Как она наваливает. Просто смотрите, это просто великолепно. Она управляется очень круто, я отвечаю, берите ее, лям чем-то, она лям 600 стоит, бонус 10 лямов, вы можете спокойно себе ее позволить. Так что обязательно заходите, играйте, покупайте, можете блат номер себе поставить благодаря моему промокоду. Тоже промокод я напишу в комментариях, чтобы вы не забыли, возможно кто-то не увидит. Как же она валит просто, вы просто смотрите на это, я реально удивляюсь, как она валит просто, по-дикому. Просто по дикому валит, мне нужен бизнес. И я хочу себе, наверное, вот этот бизнес купить. Пиздец, его купили.
Ёб твою налево, чуваки. Его купили. Его просто купили. Я не знаю теперь, что мне покупать. Вот что мне купить теперь? Блин, я так хотел ZS просто. Я так хотел ZS. И ее купили. Ладно, у нас сегодня будет такие будни мажора. Будет скин, может, новый купить, не знаю. Это, наверное, в следующей серии сделаем. Как же она валит просто. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Так, клуб еще не купили, кстати. Ну, сейчас посмотрим по городу, что из-за бизнеса вообще. Тут, по-моему, ни хрена нету. Можно развернуться, так. Гель. Так, чуваки, меня крашло. Я ищу бизнес, блин, не знаю, какой бизнес купить. Со мной мусор равняются. Это нормально, бляха, муха. Пару чуть не разбил. Блин, надо одни утрвать, у меня почему-то еще нитро пропало. Сейчас мы с этим разберемся. Так. Так, красный, ладно, за нами мусорое, тут можно проехать. Я тюнинг, кстати, нашел, сейчас поставим нитро. Может, диски даже поставим. Мне эти диски нравятся, в принципе. Так, сейчас. Тюнинг. Тюнинг. А, пока. Лол. Так, диски. Вот какие диски поставить? Ну, вот эти диски сюда ставить, я не знаю, как это. ХЗ. Хаман. Хотя, ладно, поставим. И азот надо поставить. 300 тысяч. Не, не хочу перекрашивать. Хотя... Хотя, не, не хочу. Во. Мощь просто. Ушли. Дабл ушел просто. С нитро теперь он точно меня не словит. Ладно, поехали. Сейчас быстро от него отрывемся и уже купим бизнес какой-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, ГТР. Какой же он лютый просто. Ну, диски эти такие, не очень ему идут, но... Хотелось поменять ему диски. Теперь он на Хаманах. Ой, так, не то. Во. Хаманы теперь стоят. Так, что? Я заглох обратно. Заводимся. Как он меня нашел, блядь? Задолбало меня, на самом деле. Чё он вообще за мной ездит? Надо тапку в пол дать. Или я на карте, походу, отображаюсь, да? Хрен его знает. Так, давайте сюда ГТР поставлю. Все, пусть стоит. Так, я его не вижу. Он меня тоже. Это хорошо. Хотя в банк зашел, меня точно не увидит. Надо переодеться, но это в следующей серии. Так, деньги надо положить, положим 8 миллионов. Все, 8 миллионов положили. Да, все правильно. Так, я его не вижу. Я его не вижу, он меня тоже. Так, он же открытый, по-моему. Да. Точно. Так, тапку в пол. Заводим и... Оп. Ушла просто. В точку, блядь. Вот реально, я от него кайфую, пиздец. Захожу, реально катаюсь. Так и ждет. Сучка. Вот этот бизнес. Я хотел купить. Пицца. Пицца в клубе. Что-то он какой-то баганый клуб. Не думаю, это исправит, но пока можно купить пиццу. Булбис. Все. Я купил себе бизнес пицца. Так, как там? Б, панель. Информация, закуска. Продукты. Как продукты завести? Так, открыть бизнес. Бизнес уже открыт. Так, оценить уже товар. Кто знает, так. Заход только для клубов и баров. Продать бизнес, заказать продукты. Сколько там продуктов вообще надо? Ну ладно, так. 8-10 тысяч продуктов. И чё это?
Так, продукты, количество продуктов 10 тысяч, почти нет. Окей. Что, теперь у меня продукты есть? Есть. Лицензия на бизнес, где взять? Вот это уже хреново. Надо лицензию на бизнес где-то взять. Так, заводимся. И поехали. Поехали теперь искать. Focus. Так, по идее здесь это должно быть. Лицензия на бизнес. Потому что если он светит, это будет хреново, малёха, да? Есть миллионов за пиццерию дать, а? Нихуёво так. Согласен. Так, лицензия на бизнес. Еще уплатить надо, ёпта. А. На уровне, окей. Лицензия на бизнес мы смогли сразу купить за 120 тысяч. Заебись, чё. Теперь можно ехать оплатить бизнес. И охуенно жить, не тужить. Так, заходим в банк, мне 20 лямов еще осталось. 20 лимончиков. Ну это на тачке уже, я думаю, потратим. Так, пополнить счет бизнеса. Текущий баланс 9 миллионов. Давайте на 50 тысяч пополним. 50 кусочков. 9 миллионов это, наверное, какой-то баг. Как бы я, наверное, не могу снять. Деньги купил бизнес 10 миллионов, забираешь бабки, ну и еще бизнес успеешь. Интересно, это так или нет. Думаю, в этом моменте будем заканчивать. Да, надо было тачку брать, здесь ехать тоже некрасиво. Будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside.